Больше месяца мусор в микрорайоне Кайтпас разлагается под палящим солнцем. Все это время ТУ «Экотранстрой» исправно занималась лишь сбором денег за вывоз твердых бытовых отходов. Выполнять свои обязательства руководство ТУ почему-то не спешило. Вы посмотрите, что творится на наших улицах. Пройти невозможно. Вонь стоит невыносимая. И это не только на нашей улице, но и на других. Мусор месяцами не вывозят. Вечером собаки разбрасывают. На утро люди собирают опять все в куче. Я уже пятый день подряд звоню во все инстанции. Никто мне помочь не может и не хочет. Горы мусора скопились не только в микрорайоне Кайтпас. Жители Тасая, Таскена, Достыка, Мортобе, Бозарыка и Турана тоже погрязли в отходах. ТУ «Экотранстрой» своей вины в этом не видит. В компании уверяют, дело в том, что их машинам ограничили въезд на мусорный полигон. Такое заявление диспетчеры назвали полной чушью. Плати и заезжай. Ограничения ни для кого не вводили. Машины ТУ «Экоспецтранс» приезжают почти каждый день, но всегда по-разному. То одна, то две машины. Бывает, что приезжает и пять машин в день, но ни одна из них полной не приезжает. Выяснять, кто прав, кто виноват, себе дороже, решили на совете аксакалы. 8 микрорайонов Каратауского района теперь попросту откажутся от услуг ТУ. Мы провели собрание, но внятного ответа директор предприятия дать не смог. Выяснилось, что данная компания не может обслуживать сразу 8 микрорайонов. По их словам, у них всего 3 машины. Поэтому и было принято решение отказаться от услуг данной компании. 43 тысячи абонентов теперь заключат договоры с другой компанией, занимающейся вывозом мусора. Благо, альтернатива есть. Сразу 7 ТО готовы предоставить свои честные и чистые услуги.